Поплавать на серфе в жаркий летний день, что может быть лучше? Особенно на побережье австралийского Голд-Коста. Но для 4-летнего Хадсона погружение в океан – большая редкость. Он родился с церебральным параличом. Сегодня он наслаждается катанием на волнах благодаря помощи волонтеров из ассоциации серферов с ограниченными физическими возможностями. Ему нравилось все. Таким он бывает только во время катания на лошадях. Вместе с Хадсоном купанием наслаждается еще около 40 детей с ограниченными физическими возможностями. Большинство этих детей не могут часто приходить на пляж или купаться в океане. Некоторые делают это раз в месяц. Некоторые окунулись впервые в жизни. Родителям, чтобы самостоятельно искупать ребенка-инвалида в океане, нужно приложить много усилий. Поэтому сегодня они тоже расслабляются. Они могут отдохнуть, они знают, что их дети в надежных руках, и они так рады видеть, что детям весело. Сегодня она немного замерзла, но была очень рада. Мы бы не смогли заняться серфингом без этой потрясающей организации. Так чудесно, что люди получили такую возможность. Чтобы подобное мероприятие прошло успешно, нужна помощь целой армии волонтеров. В этот раз помочь детям насладиться катанием на волнах пришло более 100 человек.